первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, в своем ежегодном отчете сообщила, что в 2022 году в социальной сфере удалось не только выполнить все обязательства перед жителями, но и расширить меры социальной поддержки жителей Подмосковья. В частности, подмосковные семьи с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога. Детям-сиротам теперь будут выдавать сертификаты на приобретение жилья, которые дают право самостоятельно выбрать квартиру в регионе. Также расширили льготы и выплаты для врачей и учителей. В 2023 году продолжат работу по расширению мер соцподдержки.